Я вот честно хочу поймать какой-нибудь, ну, эксклюзивный именно дом и попробовать симку поймать. Я симки просто ни разу не ловил. Я посмотрел, как это делал чел Фрабс. Я смотрю, да вообще хуйня, по хуйне ничего сложного. Главное зайти первым. Так, ребята, коротко вам расскажу о том, что происходило вообще на стриме Sunrise. Я не стримил, не записывал ничего, потому что я знал то, что я лох и ничего не поймаю. Он так уж выслал то, что я поймал семерки, и сейчас узнаете, как именно я их поймал. Те, кто были на стриме Sunrise, знают то, что я появился в Батырево. И когда я появился в Батырево, я очень расстроился, потому что там нету сотовых салонов, поэтому я решил пойти в автошколу. Простоял я в автошколе 10 минут, потому что не мог задонатить, мне не хватало, чтобы сдать тест на права. В итоге я кое-как сдал тест. Пошел, чтобы взять машинку для сдачи вождения, там пришлось оставить очередь, потому что кто не стоит в очереди, их кикает администрация. Пока я стал в очереди, я там пару бомжей обманул, но это не важно, ребят. В итоге я взял машину и поехал в Уткарино, в мотовелосалон, чтобы купить себе велик, чтобы в дальнейшем передвигаться. После того, как я приехал в Уткарино, я вышел из машины, которая для сдачи теста, и она сразу же пропала. Я захожу в магазин, выбираю велик, нажимаю на него, и мне пишет в чате то, что вам нужны права. Я думаю, балдеж, пойду попробую симку поймать. В итоге я захожу в сотовый салон, покупаю себе телефон и покупаю себе все семерки. Вот коротко о том, как я поймал все семерки на 40-й минуте после открытия сервера. Ну, не знаю. Сандрась, я купил семерки! Ты долбоёб? Я думал, ты по фану меня услышишь. Я тоже думал, по фану. Я семерки купил. Чего, блядь? Я купил семерки! Ты чё, я просто ехал на машине с автошколы, ты понимаешь, у меня вот даже шансов не было. У меня аж сердце сейчас выпадет. Я в это не верю, подожди. Я еще и вышел каким-то образом, там сука бомжей. Ебанутый, стой. Чего? Семерки все. А как это так нахуй, почему они не словили еще? Я обосраться, Саня. С открытия прошло уже 36 минут, ты понимаешь? Лен, челик поймал 7-7-7-7-0, он такой лох. Он только что ли поймал? Нет, или он просто купил не давно, смотри, он такой лошара, просто а прикинь, они, даже не все, понимаешь, пробовать. Никто. Я смотрел, как симки ловят, они никогда семерки не пишут, потому что думают, что их сразу покупают.